Реагировать начинают, видимо, только после подключения к проблеме общественников и СМИ. Еще один опасный земляной провал появился в Кирове, причем устранять травмоопасную яму никто не торопился с весны. Земляные провалы глубиной метров полтора во дворе на Карла Липнихта 71 появились чуть ли не в марте месяце. Местные жители говорят, что, видимо, только по счастливой случайности до сих пор в эти ямы не угодили ни дети, ни взрослые. Примечательно, что проблема не решается несколько месяцев, даже после многочисленных обращений жильцов в управляющую компанию. Вымыло где-то грунт, вылился асфальт. Ничего себе. Здесь и на детской площадке, на спортивной. Управляющая компания ничего не делала. Сначала не огораживала даже, потом огородила, хотя бы, чтобы мы не заезжали туда. Такой же затянувшейся эпопеей с земляными провалами еще на прошлой неделе могли похвастаться и жители дома на улице Профсоюзной, 70. По неизвестным причинам проблема не решалась, пока к истории не подключились общественники и СМИ. Чуть не в первый день на месте появились сигнальные ленты, а сегодня ямы небрежно, но все-таки засыпаны. Ну, может, даже дней 10 назад так и все. Вот так как бросили, так вот тут на нитки натягивали, ходили люди, смотрели, а больше ничего никто не делал. Как неаккуратно, да, сделали? А обычно так и делается.